Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов. Докладчики, соответственно, министр иностранных дел и директор службы внешней разведки. Ну, я попросил бы вас, кроме запланированных вопросов, обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Лавров Сергей Викторович, прошу вас.